В эти дни во всех регионах страны проходят рейды по выявлению несанкционированной торговли пиротехникой. Помимо этого, в Павлодарской области специалисты департамента по ЧС обходят торговые места и инструктируют продавцов легальных товаров, включающих пиротехнику, на предмет соблюдения техники безопасности. За два дня сотрудниками полиции было выявлено 5 фактов незаконной реализации продукции пиротехнических веществ. Изъято 36 коробок и 160 штук пиротехнических изделий. Это в городе Кибастузе 2 факта, в центральном отделе в городе Павлодаре 1 факт, в Щербактах и в Железинке. Хотелось бы главное это призвать наше население приобретать данные изделия именно в установленных местах, которые имеют разрешение на реализацию с органов полиции, и, соответственно, сама продукция должна иметь сертификат качества, чтобы избежать каких-то несчастных случаев именно при использовании данных изделий.